Всем привет, и вы на канале Roblox по приколу. Сегодня мой младший брат будет делать мне скин. Да, ага, это скин. Я. Так. О, давай. Так, ну что ж, погнали. Мой брат будет так, выбирать выбирай. Сейчас. Ой, случайно, выбила? Так, выбила, ребята. Случайно. Так. А, первым, что брат будет мой брат, это волосы. Волосы. Так, так и какие давайте же волосы пролистаем вниз, и что же мой брат выберет? Так, смотрит, думай. Рассматривает. Так, всё, да. И выбрал, пускай какие же... А, вот эти вот волосы такие странные. Странный, конечно, выбор. И игнатерские волосы. Я, кстати, когда-то с ними ходила. Чёрную давай. Ты что хочешь, негр, хочешь сделать или чё? Да. Так, здесь будешь выбирать голову. Какую ты хочешь? Вот это. Страшное. Нет, давай а это. Чё? Не, я хочу ладно. Это. Так, так, ребята, давайте посмотрим лица. Какие, брат, вот это. Вот это. У нас получается какая-то... У нас получается какая-то гёрл какая-то непонятная, забивная девчонка. Да. Так, ну давай выберешь какие-то штанишки. Давай. Так, да уже. И какие ты выберешь. Ну, мои вот это. Ребята, у нас, походу, получается бесплатный скин. А давай Человека-паука. Ну, давай. Странный какой-то скин получается, если честно, мне не нравится. Давай выберем. Давай. Так, кофточку выбирай. Какую ты хочешь кофточку, донатерскую? Вот эту, вот эту. Может, донатерскую хочешь? Ну, и нет. Так, ну хорошо, какую же ты выберешь? Думаю, вот эту. Ну, она какая-то странная, точно, что получается какой-то, как вам объяснить, мега-недонатерский скин какой-то, какого-то нигра. Так, смотрю, где можно, смотрю, где еще можно брату что-то дать, выбрать. Вот, аксессуары. Думаю, так. думаю. Вот это. Ой, ну это какая-то страшная. Хочешь? Нет. Ну давай, что ты хочешь тогда? Может, вот, это, вот такие вот наушники? Нет, я хочу крышу. Вот такие вот наушники хочешь? Да. Так, погнали дальше. Что же брат выберет, интересненько? Хочу вот это ерунд. Так, у нас точно получается какая-то мега... Какая-то девочка забивная. Давай крысу. Это давай. Мышь, это мышь. Давай мышу. Ну давай, так уж и быть, давай. Это... А нет, все-таки здесь есть донатерские вещи. Давай... Так. Давай вот этот. А, ну вот. Хорошо. Так, ребята, а здесь что ты выберешь? Хочу пульт такой на мне. Странно. Был. Ну, хорошо. Так, ребята, что же дальше ему дать? Так, эмоций нет. Ну, вот такой вот скин у моего брата получился. Сейчас вы будете видеть, как я буду делать скин свой я. Так, какой-то вообще новый креативный скин хочу сделать. Вот такой вот брата. Ой, я случайно его не сохранила. Ничего страшного? Ничего страшного. Так, ребята, первые аксессуары, ну, я просто не могу без этих, сейчас вам покажу, каких ушек, ой, так, без вот этих вот ушек, они просто классные, но сначала я не понимала смысла в этих ушках, да. Так, давайте следующее будем выбирать лицо, или нет, а, ой, аксессуары на лицо, так, вот такой вот пластырь, ну, ой, какие ножки? Нубик. Так, не нубик, так. Ну, все странное. Я выбрала вот это, очень красивый. Так, не крысу я буду выбирать, вот этот я буду выбирать. Так, коврик не хочу, здесь не хочу. Так, здесь я посмотрела, хотела шупер купить, но он какой-то некрасивый, мне вообще не подходит. Так, а что же дальше я буду выбирать? Давайте посмотрим. Так, здесь у меня вообще ничего нет. Так, эмоций нет, анимацию нет. О, давайте выберем, ребята, одежду и аксессуары на одежду, или как там, да. Так, так, так. Что же первым я буду выбирать? Так, здесь обувь, у меня вообще ни одной обуви. Так, давайте начнем с кофточки. А, я даже не знаю, что выбрать. Если честно, мне очень нравится вот эта, она такая коричневенькая, прям, ну, вообще топик, топ. Так, флаг Украины, наверное, вот это вот. Я к нам на все.
Как на что? На носе. Это на флаг. Так, хочу, наверное, вот эти вот штанишки. Они прям очень-очень сочетаются с кофточкой, да. Здесь я еще выбирала, сомневалась, но все же взяла вот эти вот шортики или штанишки. Хотя сейчас зима. Так, я, наверное, выберу вот эти вот волосы. Они мне очень нравятся. Я их купила недавно, вроде за 60 робуксов, вообще топ. Так, я сначала хотела вот эти вот взять, стать, так скажем, мальчиком. А, кстати, как тебе Илюша скин? Очень круто. Так, вообще-то видео нужно озвучивать, а не кать. Так, я, наверное, выберу вот это вот очень простое лицо за 33 робукса. Это вот лицо, которое было у брата. Так, я все же захотела вот это вот лицо. Мне вообще нравится скин, а тебе? Пока. Пока. Да, тебе нравится скин? Да. Хорошо.